Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Возвращаюсь к проекту Синхрос Микросистем. Хочу напомнить, друзья, что сегодня в 20:00 по Москве, то есть 8 октября по Москве и Киеву, состоится старт Синхрос Криптосистем. Значит, пополняем кабинет, и в 20:00 нам нужно будет нажать на кнопочку. Как пополнить кабинет, у меня есть видео, ссылочку оставлю на видео, кто не знает, как пополнять, под видео в описании. Значит, что еще нужно, друзья, сделать? Вот здесь новости, обязательно заходите в новости. Сейчас загрузится. Смотрите, если проблемы с входом в панель управления. Так, упростите себе жизнь. Заполнить профиль. Значит, запрет. Ответы на часто задаваемые вопросы. Здесь все записано. Как бы расписано все это можно. Далее что? Конференции и брифинги. Расписание конференций. Ежедневно в скайп-чате в 12:00 по Москве. Значит, ежедневно в скайп-чате в 16:00 по Москве. И конференция ежедневно в 20:00 по Москве. Ну и ссылка, ну, как бы это все кликабельно. Можно нажать и перейти. Далее, что еще хочу сказать. Пополняем мы баланс. Вот вход в панель управления. Нажимаем на картиночку. Вот здесь у нас ожидание старта. Появится кнопочка. Я баланс уже пополнила. Значит, и нам нужно один раз нажать на эту кнопочку в 20:00 по московскому и киевскому времени. Так, еще хотела вам что показать. Так, личный кабинет. Так, профиль. Заходим, друзья, в профиль и прописываем свои кошелечки. Нажимаете «Редактировать профиль». Кошелек прописываем с буквы П. Не длинный Ethereum адрес, а вот с буквы П и цифры. Далее. Вам нужно будет что? Так, опять личный кабинет. Так, профиль. Так, кабинет. Так, кабинет. Профиль. Вот здесь, смотрите, нужно отправить пин. Разгадываете капчу и нажимаете «Отправить пин». Вам на почту придет письмо с пин-кодом. И этот пин-код обязательно сохранить, записать, скопировать, все что угодно, чтобы не потерять. Он нужен нам будет при любых действиях в аккаунте, в кабинете, этот пин-код. Ну и, естественно, при выводе денежных средств. Так. Вот скайп. У меня скайпа нету почему-то. А, это у пригласителя. Я все свои, как бы, платежки все прописала, если что, связаться со мной. Так. Ну, что? Вроде как я все сказала. Так. Как пополнить, я оставлю ссылочку. Про кошелек я сказала. Про старт сказала. Ну, маркетинг тут уже сами просмотрите. Пополняем баланс на 0.01 Ethereum. А списываться ежедневно будет 0.301. Так, ну и здесь далее посмотрите, уже все прочитаете. Ну, в принципе, на этом все, что я хотела сказать. Всем нам легкого, удачного старта. Всем удачи, больших заработков. На старте, в случае чего, друзья, не паникуйте. И добавьтесь, пожалуйста, в соцсети. Вот здесь вниз опускаетесь. Вот здесь в соцсети. И в Skype добавьтесь, на Facebook, ВКонтакт. Как бы это, чтобы быть в курсе новостей. Пока-пока.